Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, что у нас тут? Крылья, ускоритель и ускоритель. Так, новое задание. Получите 200 эфирного времени. Слушай, ну нормально, вот эту только заменим. Да, заменяем. Маневр 500, ну, в принципе, годится. Так, это следующий сундук на открытие. О, надо же, не офлайн, наконец-то. Заработал, ё-моё. Так, что у нас тут? Всем привет, само собой. Блин. Давай вот так вот сделаем. Как говорится, поздороваемся со всеми. Посмотрим, ребята, результаты. Нифига мы тут с каким отрывом. Опять гелик у нас на первом месте. Да, Мирчик, давненько Дамира не видел. Вернулся, по ходу дела. Или просто не занимал места призовые. Но тут сами видите, ребят. Как говорится, героев надо знать поименно. Так, ну что. Я тогда, знаешь, забираем здесь 20 самоцветов. Да, мы присоединяемся к событию. А я сегодня хочу взять... Сколько нам надо? 36 тысяч кубков. Я думаю, что вполне нагибатор. Слушай, нагибатор, по-моему, был. Может быть, это тот же самый нагибатор. Привет, нагиб. Да-да, я помню, был нагибатор, но не уверен, тот ли это нагибатор. Ну что, 36 тысяч кубков, в принципе, ребят, можно взять. Даже без проблем, мне кажется. Так, давай-ка мы... О, такой вот парень будет у нас... Веселый Фин, да? Похож на Фина. Почему-то не знаю чем, но рыжий, в веснушках. Такой сам себе на уме. Вот только на чем бы мне поехать? Да давай, наверное, Слушай, я, наверное, поменяю, ребята, цвет. Что-то как-то, блин, желтый меня вообще не вставляет. Мне либо вот этот вот с ресничками. Давай с ресничками оставим. Поехали. Толян, все дела. 36 тысяч кубков, блин. Смотри, 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 тут маслкар. Кого тут только нет. Вау, 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 а что это? Ай-яй-яй-яй-яй. Ребятули. Нет. Ребята, вот это было подло. И это практически перед финишем, да? Вот такая вот подлянка от игры меня подкинула, и все почему-то пролетели мимо, а меня закинуло на какую-то трихомудию. И давай-ка вниз. Да что ты будешь делать? Что с машиной-то сегодня? Ну, она вообще не хочет ехать. Так, чувак перевернулся почему-то. На ровном, причем месте. Я не знаю, как он так умудрился. Все равно это, ребята, фигня полная. Раньше это мое самое любимое, ребята, было гонка. Что случилось сейчас, не пойму. Просто не пойму и все. Ну, даже если мы возьмем магнитный ускоритель с магнитом. Вот это... Это пипец, ребята. Это вот он был финиш, он просто взял и обосрался. Просто взял и обосрался. Он врезался в этот магнит. Дебильный. Прямо на самом финише. И не мог выбраться. Ха! Придурок, а. Вот он. Ребята, все говорит о том, что мы взяли Фина. И Фин у нас... Просто дурака включает. Конкретного, причем дурака включает, понимаешь? Я в шоке, конечно, с этого дебилизма. Магнитную цепь я никогда, по-моему, так плохо не проезжал, как сегодня. Ну, потому что у нас за рулем Фин, ё-моё. Я этим все сказано. Он, видишь, он, видимо, только любит по подземельям гонять. Ему заводы не нравятся, он
Наяривает по подземочке у нас. Супостат несчастный. Ладно. Наше дело маленькое. Взять 36 тысяч кубков. Ну что там такое? Давай. Ага. Так, песок в купальнике. Ну это понятно, ребята. Это у нас здесь будет пляж. Блин, я же хотел накрутить. Я же хотел накрутить на этом, на нашем. Оу. Да ломает этот дом, блин. Точно Финн дебил? Я тебе говорю, он дебил. Перевернулся. Раздавил и перевернулся. Меня вот это просто убивает. Вообще в последнее время что-то как-то с игрой у меня не вяжутся дела, если честно. Ладно, посмотрим, что у нас тут дальше произойдет, ребят. Мы с этой, да? Со шведом тут. Ну, у шведа ничего не получилось. Швед слишком долго летал в воздухе, в отличие от нас, ребят. Мы как-то очень быстренько с вами. Получите 200 эфирного времени. Я получил 200 эфирного времени. Теперь можно мне как-то сделать все это красиво? Давай. Идиота кусок. Все, ребята. Там у нас только кто смог. По-моему, там ККМ-ка, да, пролетела? А, нет, не ККМ-ка, это у нас... Да, тот самый швед. Это тот самый, ребята, швед. Так. Получаем здесь награду. Защитная арматура, все дела. Так, когда видео будет? Где гел? Не знаю. Когда видео будет? Завтра. А может быть сегодня. Может быть сегодня, не знаю. Наверное, скорее всего, все-таки завтра, ребят. Весенний город. Так, что мы хотели? Подожди, а у нас на фуре... Да у нас все на фуре прокачано, че мы? Ну, как я имею в виду, все. Все поднято по максималке, что нам надо было. Так что, я не знаю, ребят, какие проблемы. Ну, мотоцикл на форсаже, это, конечно, жестко. Хотел задеть, а не задел, ребят. Интересно, а на форсаже, ой, на байке есть защита? Вот, мне хочется знать. Или нету никакой защиты на нем? Ну, чтобы я имею в виду головой, если удалился. Потому что я видел, на мотороллере есть. Причем я сам недавно об этом узнал. Я думал, что нету. До прошлой серии я думал, что нету. А оказывается, есть. И вот еще думаю, а если нам, например, на эту фуру поставить, к примеру, крылья? А мы же вроде ставили, да? Что-то мне кажется, что мы ставили и проверяли. Правда, не помню, насколько хорошо у нас это получалось там все. А, нет, мы не ставили, потому что крыльев у нас, по-моему, на фуре... Нет, кстати, надо глянуть. Смотри. Кто на что, ребята, гораст? Кто как там летит? Он ХКР-ка вообще... Сейчас пока летит первая. Ой, ХКР-ка. Раллийка. Так, ну, мы пока идем первыми по очкам. Притормаживает там специально, лишь бы урвать, да, эту горючку. Лишь бы урвать, ребят. Слушай, по-моему, здесь будет все крутенько.
Да, мы первое место берем. Нормально, Фин. Исправляешься. Так, ну здесь я возьму, извините меня, все-таки. А давай попробуем на маслкаре, а? Проехаться. Давай попробуем. Чем, как говорится, черт не шутит, да? Тут еще и лихач у нас. Да ты будешь ехать, а ну засъели ты несчастный, ну. Первым. Еле едет, ребят. Она почему-то теряет скорость именно на прыжках. Я не знаю, с чем это связано. Так, там лихач вырвался. Блин, ну так хочется какое-то ускорение взять. Ну прям не могу, ребят, ну нет у меня его. Едет эта пердуха, блин. Какого фикуса, блин? Это, ребят, подстава была сейчас. Чистая воды подстава. С какого перепуга? Я даже не врезался там со всей дури головой об этот, блин. Он взял просто... Отдуплился и все. Нормально. Там скорость-то была еще к тому же маленькая, чтобы разбиваться. Но... Все сделано, ребята. Мне назло. Все сделано назло. Ладно. Так, здесь мы с тобой взяли отличное первое место. Причем с хорошим таким отрывом, я тебе скажу. Прям с шикарным отрывчиком было. Не вздумай, ты дура! Что ты делаешь? Ну ёпарсоте, ну какого фикуса ты перевернулся? Я же специально, ребята, специально не газовал. Думал, сейчас он вдоль стеночки спустится. Какого лешего его потянуло, блин? Перевернулся, я не понимаю. Причем хорошо, когда ты идешь хорошо, начинает тебе какая-то пакость всякая выползать, ты понимаешь? Ну и какое место? 7 баллов у нас первое, слава богу. Так, мы еще сундук с тобой заработали. Колесный ускоритель на выскочку. Так, управление воздухе, ускоритель фляг. Так, управление воздухе. Здесь нам выпадает тяжеловоз ускоритель. Защитная арматура и тому подобное. Так, ребят, день гонок. Ну, поехали, наверное. Давай, 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 реснички. Тут хорошо, мы так проехали. Прям с бусточка, да? Смотри-ка, вот он напрямую. И, кстати, мы ехали сильно, ну, быстро. А сзади этот охламот от нас не отставал. Вообще ни на грамульку. Давай, только не врежься, пожалуйста. Как мы любим с тобой врезаться, блин. А потолок смертельно. Замечательно. Блин, так вообще не хоть спойлер ставь. Почему так закидывает тачку-то, а? Противовес не хочу, ребят, ставить, потому что он... Он беспонтовый и как бы мне не нравится. А вот спойлер, да, прижимную силу, конечно, было бы нормально, наверное, получить. Да как ты, гандёныш, блин, в воздухе-то меня можешь обогнать? Там ничего нет, он в воздухе меня обгоняет, блин. Как я не знаю, ребят, как у него это получается? Летим одинаково, он меня бац в воздухе просто и обогнал. Так, привет, Моррисон.
Так, ну что, у нас восхитительные диверсии, как всегда. Финн. Наверное, тут, как всегда, будет сейчас парашу гнать полнейшую. А фура, смотри-ка, наверх заехала. По верхам, так сказать, шпарит. На, вот сейчас нормально получилось, ребят. Да и вообще как-то хитренько мы так проехали. Четко, хитро, еще кульбит сделали. И все, у нас пучком получилось. Крышу сорвало, крышу не сорвало, ни шиша, поэтому, ребят. Перелет, да, перелет. Блин, надо было там, конечно, спуститься маленечко. Да ну нафиг, блин. Колесо, ребята, просто колесо попало в эту. Ай, как так может быть, чтобы ты ехал, и у тебя колесо ниже было, чем твоя машина, блин? Да тебе бы вырвало бы мост сразу к чертовой бабушке. Ну как так? Что за непродумки, блин, в игре? Давай сюда. Так. Ускоряшки-то фигушки, да, пока? Сейчас такую ускоряшку устроит. Это кто там, ККМ, что ли? Точно, ребята. Масяне. Ну, масяня отдыхает по сравнению с нами. Ну вот, ребята, глубоководная езда. Я пока на раллийном авто. Так что меня не кантовать попрошу. Ты опять за свое, блин. И я перевернулся. Фура, по ходу дела, ребята, тоже разбилась, да? Ну да. Что-то в последние разы у нас... Последние игры, я бы даже сказал, у нас какие-то неаккуратные получаются, ребят. Очень много травмируемся. Очень много. Это ненормально. Мы раньше в воде, так я помню, хоть оно мое и нелюбимое, но мы... Очень редко здесь проигрывали или разбивались. А теперь прям практически на постоянку. Так, если не ошибаюсь, это у нас подводная лодка здесь, да? Так, фура. Ай, фура, дура. По-другому не скажешь. Есть. Ну что, ребята, первым. Прекрасненько. Так, сельский кубок. Поехали попробуем на фуре проехать сельский кубок. Ну да, тут по прямой-то нам вообще раздолье ехать. Мы даже эту обогнали, вертушку, которая, казалось бы, по прямой шпарит. Тоже будь здоров. Давай-давай, аккуратненько. А, нет, взял горючку. Ну и вот таким вот макаром. Гоночный грузовик лучше всех. Гоночный грузовик. Я бы не сказал, ребят, что это гоночный. Ты тягаешь, блин. Взял, да? Подобрали. А вот это вот, вот это вот. Вот это вот, 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 ребята. Пипец. Из-за вот этого вот мосточка вот так вот, ребят, получилось. Так, езда по ухабам, но я думаю, что фура здесь как раз будет топчик. Она эти ухабы просто перелетает, по крайней мере, если не ошибаюсь, в прошлый раз так оно и было.
Мы эти ухабы вот таким же макаром. Да? Вообще на изи. Так, давай посмотрим, что здесь у нас получится. Давай ты едь, а не это. Не дуркуй. Слушай, ну здесь тоже хорошо. И последнее, блин, а почему это пещерная какая-то фигня? Я слегка, ребята, не было тут офигеть какой скорости. Ну что ты будешь делать-то, я не понимаю. Неужели он такой слабый, такая крыша? Так, всех изыграет или я удалю всех? Удалит он всех. Так, ладно, ребята. Дай-ка я, наверное, так сделаю. Миля шахтера. А миля шахтера мы вот так вот сделаем. Финн, ты любишь у нас подземелье? Пока не ясно, да? Я специально так сделал, чтобы понизу, ребят, прокатиться. Вскользь, просто-напросто вскользь. Я думал, сейчас врежется головой. Нет, нормально все. Так, а вот теперь аккуратно надо быть, потому что крыши уже нету. Ага, тут еще и одна трасса. И, похоже, мы ее взяли с великим, ребята, отрывом от всех. О, да. Замечательно. Эпические холмы. А если я, например, эпические холмы поеду на танке, а? Давай рискнем, ребят, на танке эпические холмы взять. Сейчас что-нибудь придумаем только. Например, возьму крылья. И, например, возьмем защиту. Зачем нам защита? Я ума не приложу. Но вообще-то пускай будет. Поехали, просто попробуем, ребят. Это что за чучело огородное едет, а? Ребят, это что такое-то? Да. Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что когда ты берешь непрокачанную тачку, противник должен быть, ребята, тоже на непрокачанных тачках гонять. Здесь же я взял непрокачанную машину, а у них все прокачанное. Нафига я взял именно этот? Зато маневр, ребята, выполнил. Прикинь? Ладно, хотя бы ради маневров уже неплохо. Да? Не, тут ему не взять, ребят. Эту высоту ему не взять. Погорячился. Что я могу сказать? Хотел посмотреть. Ребят, посмотрел? Посмотрел. Я здесь разбиваюсь, потому что, ну... Потому что, ну, без... Да ядрен, ну ты, давай разбивайся. Все, я не буду, как говорится, ни вас и ни себя мучить. Угу. Надо же, я еще что-то проехал. Так, короче. Поехали. Топ-офф.
Так, не ломайся только, пожалуйста, мне машинкой, а? Прикольно. Приехал на финиш, называется, и разбомбился весь в хлам, в мясо. На лоскутки. Ну давай ты. Ну тут тоже, ребят, хорошо. Последняя гонка. А у меня же нет монетного ускорителя? Нету. Упс. Да едешь хоть? Интересно, нет монетного ускорителя, а нафига мне тогда монеты нужны, а? Мистический кубок. Ну, мистический кубок. Поедем на раллийном авто. Muscle car здесь как-то не особо хорошо справился у нас. Вторым. Я не пойму, как этот чмо, блин, горбатое вылетел, а там вперед. Чмошек с горбатой горы, как он вылетел-то, э? Вперед. Вот объясни мне, пожалуйста. Не этот, который сзади, а там желтый, блин. Супостат есть. Это меня как-то мало волнует. Вон тот. Скупердей. А, тут, подожди, тут аккуратно, тут надо будет, тут лилия это, или как ее там звать-то? Не надо, блин, вот этот вот супер прыжок, блин. Все, шикарно. Проехал, ребят, я эту фиговину. Идеально получилось. Ну что, последняя гоночка. Это спуски вниз. Это у нас спуск вниз и подъем сейчас будет. Вот так вот. Ну, прекрасно. Эх, судя по всему, у нас последняя гонка, ребята. И это кубок аллигаторов. Да-да-да, это тот самый кубок аллигаторов, где будут аллигаторы, блин. Фига меня там размотало что-то. Нифига. Вот это я показал, ребята. Конечно, запоздалый мастер-класс, но все-таки. А, этот разбился. Так бы я, наверное, четвертым бы приехал, если бы тот говнюк не разбился бы, да? Ладно, сейчас посмотрим. Там еще чувак на байке. Все дела. Да едь ты в конце концов. Ну вот как ты можешь, блин? Вот ты едешь, блин, одним из первых, блин. Одним из первых. И потом тебя бац просто, вот просто обгоняют непонятно на чем. Не, вообще ничего. Ничего не меняется, ребята. Одинаковая скорость. И тебя сзади начинает... супостаты всякие обгонять. С какого, блин, перепуга-то? Объясните мне. Чё поменялось-то? Снизошла на них манна небесная или чё, блин? Если ты идешь где-то позади, так ты и идешь позади, блин. Непонятно. Так, ну чё, первое? Первое. Всё, ребятушки. Забрали мы с вами 36 тысяч кубков. Монетный ускоритель на танк. В гонках. Я в гонках.
Да-да-да, закончил гонять. Ну что, ребята, буду я тогда, наверное, на сегодня заканчивать. Скорее всего, да? Увидимся уже в следующей серии и продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.